Всем огромнейший привет! С вами я, Эвелран, и сегодня мы будем играть в игру под названием Deltarune, вторая глава. Сразу извиняюсь за свое исчезновение, у меня был творческий отдых. Да, я не выпускал видео почти 3 месяца. Извините, у меня были дела, школа, все дела, да. И, в общем, сегодня мы будем играть в Deltarune. Если вы зашли на это видео, то вы точно знаете про эту игру. Уже многие играли в эту игру, многие смотрели видео по этой игре. Многим эта игра нравится. И почему бы мне тоже не сыграть? Только сегодня будет необычное прохождение. Мы с вами будем проходить истинный геноцид, но... Внимание! Барабанная дробь! Без урона! Да, все правильно. Без урона. Весь Deltarune будем проходить. Если я получаю урон, то я сразу ресетаюсь и иду до своего последнего сохранения. Вот такая вот хардкор, но мы же хардкорные парни, мы любим хардкор, да? А еще я предупреждаю, что в этом видео у меня голос будет говно, потому что я заболел, да, ну, бывает, знаешь. И я не поленюсь и буду обрезать все ненужное, да. А пока что мы пойдем в школу и все. Я не знаю, что говорить. Я давно не снимал видео, не осуждайте меня. Я дебил немножко. И да, кстати, это Ноэль. И именно она будет всех убивать. Это я так вам, чтобы вы знали. О, плюс мел, спасибо. Джеронимо! И да, это начало, и поэтому здесь нечего такого показывать. Я думаю, самая движуха начнется в кибермире, поэтому увидимся там через секунду. А вот мы уже и в кибермире. Да, что-то новенькое. Для вас это была секунда, а я... А для меня не секунда. Я не знаю, что комментировать. Я очень давно не снимал видео, у меня уже дар речи теряется. Ну да ладно. Кто-нибудь помогите мне. Вот и наша Ноэль. Кто-нибудь, пожалуйста. Сьюзи, круто, что ты тоже здесь. Но слушай, беги отсюда, пока не стало слишком поздно. Пизда. Ноэль. А вот и наша королева. Да. Чертовщина посреди урока. Кто ты, черт возьми, такая? Я известна как серийный номер К507П09. Но вы, глупые детишки, можете звать меня Королева. Фу, будто мы собираемся тебя называть королевой. К507 Королева. Эй, ты, королева, мы тебя не детишки. Подростки есть просто большие дети. А взрослые еще больше дети. Значит, ты тоже ребенок, да? Нет, я есть компьютер. Умный. Умный-то умный. Компьютер? Спасибо за разбор, мне пора идти. Прощайте. Стоять, стоять! А нахрена ты схватила Ноэль? Я бы и вас захватила, но мне... У меня кое-что здесь клетки. А зачем схватывать-то? Чтобы она могла стать моим верным приспешником. И сыграть важную роль в моем плане по захвату мира. Какая она добрая. Может мне заодно роботизировать ее лицо? Что? Зачем? Выглядит круто. Нормас. Что ж, забудь об этом. Нахрен, чуиха. Блять, я не умею читать. Никто никого не роботизирует. Это расценивать как заявление о непримати... А? Ты хочешь драки, дурашка? Да, да, давай уже, да. Тогда прощай. Стоять, черт возьми, а ну вернись. У меня нет времени на это дурачество, хоть я и легко надеру вас жат. Но может кто-то другой развеселит вас. А вот и первые наши враги. Они довольно простые, поэтому наслаждайтесь, ваша погибель. Да, очень страшно. Тут даже нечего показывать. Вот, значит, первого убили, второй какой-то слишком изичный. На изи его без дамага прошли и убиваем. Вы победили. Получено 172 темных доллара, и вы стали сильнее. Стали сильнее, это значит плюс дамаг и плюс хп.
Это очень важно, потому что с каждым врагом у нас будет все больше сила, мы становимся сильнее. И с Ноэль тоже точно такой же будет. Кстати, к нам присоединился Рельзей. Ноэль, дорогуша, стань моим приспешником, и я освобожу тебя. Все, что нужно сделать, это нажать «Да» в анкете приспешника. Мне страшно. О, так ты никогда не подписала анкету раньше. Нет, меня пугает все остальное. Пожалуйста, установи протокол печали. Я уже говорила тебе, что быть приспешником круто. Ноэль, Сьюзи Крис? Не волнуйся, мы не позволим роботизировать твое лицо. Что? Что сделать? Упс, я думала, ты знала это. О, дорогая, это должно было быть сюрпризом. Ну тогда, пока, Ноэль. В общем, сейчас будет гипер-ультра-сложная битва. Я, конечно, постараюсь без повреждений, но ничего не обещаю. Без урона, пацаны! Первый босс, я прошел его без урона. Нормас. Это я по жизни. Ох, это самый сложный, мне кажется, враг на нашем пути. Потому что он может такое сделать, что мне пизда. Сосать, второй раз я тебя бить не буду. Иди на. Тупик! Ну и в чем дело, болван? Кто болван? Меня зовут Корж. Ой, как Морж? О, как Корж. Короче, это первый босс, которому нельзя навредить. Это первый и последний босс, которому нельзя навредить, поэтому. Поэтому мы их просто так не сможем убить. И нам придется танцевать с ними. Ей! Минус второй босс. Довольно вы глупые детишки. Я была миросальна к вам. Я была милосердна. Я была милосердна к вам все это время. А теперь время вашего недобровольного в жопу иди. Сбросить захватывающие капсулы. Ты промахнулась. Это был не промах, это была тактическая калибровка. Так, ты попробуешь снова? Нет, у меня всего лишь 4 клетки. Ладно, подождите. У меня есть для вас небольшой сюжетный поворот. Выйдет вперед мой приспешник. Ладно, это не работает. Приведите следующее. Короче, давайте уже к бою. У него есть очень сильная атака, там, где он крутит своими вот этими ветрами вокруг меня. Или это потом будет, или это сейчас мне пизда. Но я не уверен. Так, первую атаку мы прожили. Нормально. Так. Крис, тебе надоело быть номером 3 в классе. Издалека пялилась на силуэту и... На силуэты, Ноэль и меня! Так, вот это вроде... Лёх, блядь! Ну что, Ска, я вернулся! Теперь я тебя точно пройду.
Это язычная атака. Следующую давай. Есть. Погнали. Есть. Как он меня задел? Так, птица, ты меня уже откровенно заебала. Все, сейчас я тебя победю через одну секунду. Засекай. Раз. Легчайши. Даже не почувствовал, чел. Что? Это нечестно. Моя королева, спасите. Сосать. Сию минуту, дорогой. Привет всем, у меня несколько новостей, понимаете? Эти горки еще не совсем закончены. Что это значит? Боль. Бля. Интересно, с кем же мне пойти? Давайте сразим. Ах, да, точно, у меня же нету выбора. Ноэль присоединилась к команде. И с этого момента начинается настоящий геноцид. Бля, сейчас, сек, выдую сопли. Блять. Умираю нахуй. Так, нам надо... Крис, разве это не тот путь? Я уже жалею об этом. Да, нам надо сюда идти. Теперь нам надо сюда идти и всех замораживать ледошоком. Да. Теперь мы улучшаемся. У нас уже по 132 хп. А у Ньюэль за место 90, 94 хп. Да. Крис, мы точно идем правильной дорогой? Конечно. Конечно, моя дорогая, да, Эль. Которую мы не должны проходить. Сейчас я все покажу. Мышь? Слушай, Крис, ты можешь избавиться от них? Может, нужно их как-то в другую нору загнать? Не, это как-то не по мне, пока. Эй, Крис, не смей оставлять меня здесь одну, слышишь? Сначала разберись с мышами. Ты справишься, Крис, верно? Нет. Крис, ты ведь меня тут не бросишь, да? Вспомни, сколько карандашей я тебе дала. Вспомни все те мятные печеньки, которые я поделилась с тобой. Не-е-е. Я сделаю твою домашку. Крис, ты правда хочешь уйти без меня? Продолжай. А что ты говоришь? Но как же мыши? Продолжай. Я... Вообще-то здесь неправильно перевели. Там на английском протит. А оно еще может переводиться как типа настаивать, типа. А не продолжай. Продолжай, тут нету смысла в этом слове, типа продолжай. А типа настаивать на своем решении, что Ноэль, ты должна сама это все решить. Ты вообще должна делать все, что я скажу. Это типа настоять. Тут неправильный перевод, поэтому ставлю дизлайк этому переводу. Лучше нам не повторять чего-то подобного. Серьезно, почему Крис ведет себя так властно? Так, нам теперь надо сюда подойти и... поговорить с этой Ноэль. Божечки, это потрясающе. Тот, что был на фестивале, теперь кажется игрушечным. Ха-ха. Я, интересно, хотела бы Сьюзи... Господи, кого я обманываю? Я поеду с тобой. Нам надо главное выбрать этот вариант. Ох, хочешь опять расшатать кабину на самой вершине? Прямо как на том фестивале, когда мы были еще маленькими? Я знаю, что с тобой что-то не так, Крис. Нет, спасибо. Ноэль поедет со мной. Что? Ну, конечно, если ты правда хочешь.
ты можешь наверстать упущенное с детства. И когда только Крис... Ни в коем случае. Скорее всего, это опять какой-то розыгрыш. А теперь нам надо подойти к этому продавцу. Хо-хо, молодая парочка, вместе со школьной ночью. Могу ли я заинтересовать вас обувью для свидания? Что? Нет, мы ошиблись. Мы с Крис просто друзья. Крис живет по соседству со мной всю мою жизнь. Мы через столько всего прошли, иногда кажется, что мы знаем друг друга лучше, чем кого-либо. Все же как-то трудно сказать, что мы просто друзья. Мы что-то большее. Что это значит? Это не лучшая интерпретация, уж точно. Раз уж вы нечто большее, то свадебные туфли вам не подойдут? Может, я могу заинтересовать вас морозным кольцом? Кольцо? Ха-ха-ха, простите, кажется, что нам нужно... Что нам подобное не нужно. Да ладно тебе, ангелок, без хорошего снаряжения не стать сильнее. Сильнее? Наверное, в этом есть смысл. Ха-ха, Крис покупает мне кольцо? Ха-ха, конечно. Купить. Что, Крис? Ты купишь его для меня? Тогда, я полагаю, мы можем узнать цену. Сколько оно стоит? Всего лишь 3758 долларов. Что, простите, у нас нет столько денег. Тем не менее, приятно было услышать такое предложение. Возьми. А, я? Ты просишь меня получить его? Крис, давай, ты уже знаешь, что мы не можем его себе позволить. Возьми. Что? Крис, я только что сказала тебе, у нас нету денег. Что ты просишь меня сделать? Ты меня просишь... Крис, нет, я не я. Я бы никогда не смогла. Я... Вы получили морозное кольцо. О, привет, кошечка. А чё ты от меня убегаешь? Что, страшно, да? Да я ничего такого не сделала. Я просто тебя заморожу нахуй. Ноэль стала сильнее. Нормас. Ой, а тут уже и битбоксеров нету. А чё все разбежались, а? Я ж всего-то всех замораживаю. Есть. А теперь нам надо спуститься вниз. Там, где раньше была пасхалка, теперь там на геноцидном пути стоит мусорный бак. И там нас ждет наш старый друг Спартон. В поисках неотразимой сделки, которая поразит тебя? Ну, заткни рот, потому что ты слабый. Ну, попробуйте маленькая тренировка в пятницу вечером. Тогда я покажу вам свою... 5 осталось. О, да, наше доброе 5 осталось. Это еще в Undertale было, когда сохранение нам говорило... Осталось там сколько-то там. Очередная головоломка. Смотри, Крис, еще одна загадка. Как мы должны решить головоломку в этот раз? Продолжай. Как? Идти некуда. Крис, там путь заблокирован, не так ли? Продолжай. Крис, что ты делаешь? Крис, с тобой все в порядке? Продолжай. Крис, впереди стена. Если я шагну назад, я... Крис, ты слышишь, что я говорю, да? Ты правда хочешь, чтобы я... Крис, продолжай. Похоже, что это сделал я. Я просто исполняла команду. И каким-то образом я даже не заметила, головоломка была решена. О чем я только думала? Крис не пытается причинить мне боль. Крис хочет, чтобы я стала сильнее.
А теперь мы не идем сражаться с Берли. Теперь мы возвращаемся к Спамптону, и он нам даст кое-что особенное. Ну, привет. Ангел, ангел, вы ищете кольцо шипы? Да. Выходит, 1997 кромеров. Да. Вот твое колечко, осторожно, оно может сжечься. Вы получили шипостое кольцо. А теперь цепляем это кольцо на Ноэль. И она становится... О, гиперсильная! Она может с одного удара вырубить любого просто, любого в этом мире. Ну, у любого уже никого не осталось, поэтому идем к Бёрдли, и это будет последний, кого нам придется... Нет, которого мы должны убить. А вот и Бёрдли. Ноэль, вот ты где! Как раз вовремя мы можем вернуться назад к королеве и... Ноэль? Крис, похоже на очередного врага. Я должна его замерзить. Ноэль? Ноэль, это я. Ты меня не узнаешь? Боже, Бёрдли! Ноэль, ты в порядке? Что, Крис, делать с тобой? Мы просто становились сильнее. Становитесь сильнее? Как? Крис, что вы с ней делаете? Продолжай. Что? Продолжай. Что? Ноэль, о чем идет речь? Окей, ладно, Крис. Я не знаю, что ты делаешь, но раз ты причиняешь боль моей подруге Ноэль, тогда у меня нет выбора, кроме как остановить тебя силой. Приготовься, Крис. Подожди, Бёрдли, остановись. Убегай. Короче, это нереально. Я не могу не получить урона в этом бою с Бёрдли. Он что-то слишком имбовый, я вам отвечаю. Короче, я позволяю себе получать урон в этом бою, потому что он слишком имбовый. Посмотрите, я со всех сил пытаюсь, ворачиваюсь просто. Но не могу я, ну извините уже, это будет исключение, окей? Короче, нам надо использовать снежная могила. Смертельно 100% здоровья. Ой, не здоровья, а этого. Маны. Снежная могила? Я не знаю этого заклинания. Знаешь, знаешь. Я говорю тебе, я не знаю, о чем ты говоришь. Я говорю же тебе, хватит. Я не знаю, о чем ты говоришь. Ладно, ты так хочешь знать, что произойдет? Смотри, что происходит. Когда я колдую, это не знаю что. Но я наколдывает. Что? Ладно. Что? Что произошло? Было столько снега, я ничего не видела. Я... Мне нехорошо. Думаю, мне пора идти домой. Нормально, друга убила, можно и домой пойти, чай попить. Ну, я думаю, на такой хорошей ноте, я думаю, можно и закончить первую часть нашего геноцидного путя. Да, будет две части, потому что если бы я это все в одно видео вместил, это было бы где-то на 50 минут. И да, я думаю, я разделю это, трудно разглядеть хоть что-нибудь во льду. Ноэль заморозила Бёрдли, причем не просто заморозила, а в прямом смысле превратила его в глыбу. Бедный Бёрдли, жалко его, конечно. Сохраняемся. Извиняюсь за то, что в финальной битве я все-таки получил урон. Ну, это реально нереально. Нет, возможно, какие-то там гиперпро смогут, но я миллион раз пытался, я перепроходил. Я реально пробовал. Не, у меня с этой атакой, там, где его вот эти пятерки бросают у нас, это реально просто слишком сложно. Я не знаю, как это можно без ранений пройти.
Но в общем и целом, мы без урона прошли. Только вот этого босса мы как-то, ну, недопрошли. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравится, то вторая часть выйдет намного быстрее. Еще раз извиняюсь за то, что у меня сегодня какая-то говно с голосом, и я нормально читать не могу, но бывает, бывает. Всем удачи, всем огромнейший пока! Ту-ру-тун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